И сегодня же глава Министерства финансов рассказал, что госслужащим делать с подарками. Напомню, с начала этого года вступил в силу закон о госслужбе. По этическим нормам госслужащие не имеют права получать презенты. И их, отметил Бахыт Султанов, чиновники обязаны будут сдавать в государственную собственность. Есть объективные причины, когда получают различные там посылки международные или вручение взаимных там подарков в официальных встречах и так далее. В конце прошлого года был сдан один телефон китайский, это во время официальной встречи. Мы предложили выкупить министерство обратно по нашим правилам, не отозвались, поэтому этот телефон будет выставлен на торги. У нас есть такой сайт специально. Госреестр КИЗ, мы на нем продаем и через эту площадку продаем и конфискат, точно так же будет, и вот подарки также будут реализовываться через этот сайт, и вы будете видеть всю информацию.